Ну, комментарий, конечно, тут нужно сказать следующее. Конечно, прекрасно понимали, что определяющим будет начало матча. Значит, на это как бы и настраивали коллектив. Вот. Но, к сожалению, получилось так, что в начале матча мы пропустили там достаточно такие нелогичные голы. Вот. И со счета 2-0, конечно, уже с такой командой, как Енисей, конечно, отыграться очень сложно. Первый тайм преимущество, конечно, было большое у Енисея. Значит, затем мы перестроились. В принципе, где-то игра выровнялась, но тем не менее все-таки пропустили еще один мяч во втором тайме. Вот. Я считаю, что, конечно, это невынужденные ошибки. И рикошет, первый мяч, конечно, были определяющие в этом матче. Больше комментариев нет никаких. Коллеги, вопросы? Все, спасибо вам большое. Все, и удачи.